В колледже Pop-It очередной скучный урок. Можно мне выйти? Нет, Нил. Что? Нельзя. Я все равно выйду. О-оу. Получилось. Ой, мои вещи. Простите, я только заберу вещи. Спасибо, до свидания. Нравится мой Simple Dimple? Ты на это посмотри, гигантский. А у меня крутится как спиннер. Друзья, не спорьте, все равно самый крутой Simple Dimple у меня. Всем пока. Вау, Джули, она исчезла, ты видел? Ну нет, так просто с моего урока не улизнуть. Иди сюда. Вот тебе мини Simple Dimple и возвращайся за парту. Он крошечный. И где твой крутой Simple Dimple? Отстаньте. Привет, Адель. Кто это? Знакомьтесь, моя сестренка. Привет. Вот Pop-It леденец, посиди здесь вместо меня. Всем пока. Ну, Адель, разве так можно? Добрый день, класс. Привет. Где Адель? Это кто? Привет, друзья. Устроим брейк-данс баттл. Вау, Адель настоящий мастер брейк-данса. Давай, Адель. Ты крутишься совсем как мой спиннер. Смотрите внимательно, кто сможет так же? От таких жарких танцев и силы трения задымился танцпол. Фу, уходим. Эй, а где все? Пожарная тревога. Представляю вашему вниманию магию Pop-It. Смешиваю секретные антистресс-ингредиенты. И раз, два, три. Учитель, замри. Вау, получилось. Ого, круто. Мне пора. Нет, еще фокусы, пожалуйста. Ладно, замрите и пока. Вау! Еще, еще! Ладно, еще один фокус. Называется палец в носу. Аплодисменты! И мой коронный номер. Распиливание пополам. Смотрите внимательно, показываю один раз. Где я? Ой. Что за безобразие? Нельзя пилить людей без разрешения. Сейчас что-то будет. Все хорошо. Следите за этим маятником. Вы погружаетесь в транс. Бежим! Сейчас! Нужно выбираться отсюда. О, заказать пиццу. Отличная идея. Ваша пицца. Нужно доставить еще кое-что. Это можно. Но за дополнительную плату. Еще. И это. Достаточно. Все поместились? Я выхожу. Мой план сработал. Это что такое? Думали меня обмануть? Какая жалкая попытка. Упс. Идея. Где мой чемоданчик с инструментами? Пришло время мастерить. Вау, это будет что-то грандиозное. Еще немного. Почти закончила. Готово.
Адель, это еще что такое? Смотри. Адель выключила свет в классе и исчезла. Как она это сделала? Где Адель? А, о да, моя посылка. Она пришла. Получить. Вау, вот это скорость. Наконец-то она у меня. Шапка-невидимка. Выглядит отлично. И главное, я стала невидимой. Юху! А кто это делает? Привет! Вы меня не видите, а я вас вижу. Могу делать все, что захочу. Эта шапка плохо на тебя влияет. Меня обманули. Это не шапка-невидимка. Простите. Итак, рассмотрим основные составляющие Pop-It. Ребятки, смотрите, что у меня есть. Лазерная указка. Вау! Что это? Ух ты! Она моя. Поймал. Влево, вверх, вправо, вниз. А это весело. Подкинь ему гигантский Pop-It. Мой. Счастливо оставаться. Мы пойдем. Я должна это снять. Джули? Джули, всем привет. Почему ты в пальто? А что у меня есть? Пульт от кондиционера. А, ясно. Нам всем пора освежиться. Вот только остальные ученики не подготовились к таким холодам. Ура, можно уходить. Ой, директор. Кто заморозил учителя? Сейчас же разморозить. Ладно, ладно. А ведь план был хороший. Поздравляю, сегодня мы пишем тест. Нет. Привет. Тест. О, нет, я не готов. Есть одна идея. Взламываю полицейскую базу и добавляю себя в список преступников в розыске. Готовы. Простите, я опоздал. Нил, поторопись. А я не буду писать тест. Сержант Бомовский, добрый день. О, вот он, опасный преступник. Нил, опасный преступник? Ты пойдешь со мной. Как же так? Спасибо за сотрудничество. Счастливо оставаться. Ладно, продолжаем урок. Договоримся. Я даю вам билеты в кино, а вы выпускаете меня отсюда. Билеты хорошие, беру. А ты посиди пока в камере. Нет! Что я наделал? Как сбежать из Pop-It колледжа? И об этом целый фильм? Здесь становится жарко. Открой окно. Так получше. Какие удобные стены в нашем колледже. Упс. Учитель меня не заметил. Спускаюсь дальше. Ребята скучают на уроке. Придумала. У меня вопрос. Я слушаю. Можно мне выйти в кино? У меня уже есть билеты. Билеты – это прекрасно, но с урока я тебя не отпускаю. А в кино пойду сам. Что? Как сбежать из Pop-It колледжа? Какой странный фильм. У Адель новая прическа. Кажется, я знаю, как использовать волосы Pop-It. Адель, нужна твоя помощь. Ладно. Только будь поаккуратнее. Спускаюсь.
Я это сделал. Поздравляю, а теперь в класс, через дверь. Нил и учитель тренируются играть в футбол. Подача, поймал. Теперь я ловлю. Лови. Упс. Учитель перестарался. Я за мячом. Эй, зачем же так далеко? Но Нил уже убежал из колледжа. Понравилось наше видео? Тогда напиши в комментариях, какой способ сбежать из колледжа Pop-It понравился тебе больше всего. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые веселые видео на канале Трум-Трум.